Нихуя себе. Так мы уже и по ебальничку выходили. Сзади так стоял. Ты не стой. Смотрите сразу. Так, карась. Первый? А? Первый? Да. Ну, конечно. На золотой крючок. Друзья, ну вот карась. Матушка Кубань карась дала. А? Который на свадьбу дарил? Да, на свадьбу который. Именно ты, который дарил. Маленький. Да, конечно, маленький. На червя. Народ, всем привет! Вы на канале Рыбалка в кайф. Приехали мы на рыбалку на Матушку Кубань, в сторону Тюмрюка, район Красный Октябрь. Сейчас у нас 8 утра. Выехали мы в ночь. Ночью у нас поклевок не было. Закидывал я печенку на сама. Думал, может, сомик возьмет. Но ни единой поклевки. Так что вот так. Людей, кстати, здесь много. Практически получается под мостом, там возле моста, там палатками отдыхают люди. Ну, людей много. Так что вот так. Анатолий Михайлович с нами, мой отец. Ну, Витек тоже здесь. Только Витек там спрятался где-то. Витек, ты где? Рыбалит, рыбалит. Рыбак, ты где? Самый главный рыбак. А? Обещали, волна будет. Я не знаю. Пока не знаю. В общем, вот так вот. Волна должна быть, говорили. Закинули что? Приболел еще, блин. Никак еще не выйду от болезни. Вот, закинул 4 удилища. Печенку закидывал. А что на золотой крючок, скажи? А? На золотой крючок. Да, на золотой крючок поймал. Который подарили на свадьбу. Смотри, что, клюет, да? Да, да, да. А чего там не пищит? Да, тут натяжки нету. О, сосед вон. Карасей уже надербанил. Наверное, штук 20. В общем, вот такое вот место у нас. Получается, как на Красный Октябрь ехать, первый мост через Кубань. Вот, и мы здесь. А? Это место все знают. Ну, блин, место все знают, кто здесь обитает, в Красном крае. А кто, блядь, в Красноярском крае, не знают же место. Ну и, конечно, не обошлось и без свиней. Вот такая вот здесь свалка, блядь. О, блядь, пакет положили, мусор собрали, а забрать не забрали, блядь. Ну, чистые свиньи, что могу сказать, блядь. В общем, блядь, свалка чистая, блядь. Народ такой у нас, блядь, походу, со свиней выведен. Вот, Матушка Кубань. Сейчас. Ну вот ты расскажи. Там у людей. Ну и мы тут расположились. Макс, это у тебя что, это 220 потянул на лучше? Да. Это я ночью привязывал, чтобы не утянуло подставку с удочками. Мало ли, что там взяло бы ночью. Мало ли, волна рванется. Тем более ночью-то спать в 3 часа ночи легли. В общем, вот так вот, короче, ждем поклевки.
Один карась ладошечный в зачете у нас и все. А? Твою показал? Твою? Да, а что показал? Деревья подписаны, смотри. Не знаю. В общем, вот так вот, народ. Ну, состояние же такое, блин, вообще. Кашель замучил, блин. Ладно, ждем следующей поклевки. Опа, что-то тут есть, да? Что-то слышь серьезное, слышишь? Так вот. Ну я не знаю, но что-то серьезное, реально. А, это этот, слышь, канадец. Так уйдет и уйдет. Пробуй там поставить. А я думаю, что такое-то? О, прикольно, слышишь. О, это на что, Макс? На червя. На червя. Опа! Хороший, слышишь? А он забагрится еще, смотри. Не, ну это второй крючок. Короче, канадец, да? Да, ну. Ну такой. Вот такого я взял тоже. Вот, до полкило, да, это? Я не знаю даже. Ну такого я взял. Ну оставь пока. Если таких десяток, то можно брать. Пять. Вот таких можно брать. Если пять будет таких, я возьму. Так, а что, скидок разворачивать? Ну да. Друзья, ну вот такой, короче, канадец нас посетил. Где? В полдесятого дня. Что-то и там клюет на ту удочку, блин. Сейчас тоже пересекись. А на какого? На красного или на? На красного, да. Да тихо, тихо, ты там своими шипами, блин, еще царапаешь меня. Что дергает, дергает, бля. Дергает, дергает. О, что-то есть. Или зацепился за что-то. Зацепился, да? О, ничего себе. На большой крючочек взял, смотри. Карась. О, какой карасик. О, вот это уже интересно стало. Вот это да. Вот это нормально. Вот таких уже можно и брать. На самовский крючок взял. Друзья, ну вот такой вот карась, смотрите. Посетил нас, блин. А я уже думал, что рыбы вообще не будет никакой. Ну, понемножечку уже идет. Две рыбки у нас в зачете есть. Опа. Матушка Кубань нам принесла немного. Народ, ну я уже как бы это уже, если честно, я уже собираться хотел бы. А, так он сидел там просто у тебя. Карасик. Давай пока возьмем. Не, ну такой можно взять. Побольше, чем у меня был первый раз, первый который. Такого можно. На красного. Сковородочный. Ну да, давай на таких наловим. Ну опять же, это прикормка работает уже, я вижу. До этого не клевало вообще. Ну я ж тебе говорил прикормку сразу на день. Ну вот еще посетил нас вот такой карасик. Отпустим, пусть живет.
подрастает. Ты, ну уже поклевка пошла, уже хорошо, блин. Уже повеселее. Пацаку, Витек. О-о-о! А вот у меня что-то здесь клюнуло хорошее. Пока я тут дремал. Да, клюнуло хорошо, конечно. Карась. Опа! Нормальный карась. Опять на золотой крючок. Да. Вот, друзья, вот такой карась. Пацаку надо? Хороший карась, да? Ну да, добротный, добротный, добротный. Это не кирпели. На приколку опять же. Ой, у меня клюет, ничего себе. А попустила, попустила, Макс. Да, подожди. Развернул бы подсак, на всякий случай. Да развернут, вон лежит. Что-то мелочевка, что ли, блин. Ты смотри, как заводят, а. Тоже нормально, сковородочный пойдет. На опарыши взял. А? Что-то маленькое. Или не маленькое. Сопротивляется. Маленькое. Опа, как раз на бережочек. Не, такой пойдет, пойдет. Короче, караси будут. Канадец, что ли, подплыл. Только печень выкинул, уже канадец подплыл. Карасевич. О, ничего. Как говорил, в комментариях писал Андрей Генелицкий, карась тоже рыба. О, видишь, давно сидел уже. О, Витек достал просто, говорит, перезакину удочку. А там уже карась сидит. Без палева. О, так тут у меня рыба сидела, кажется, ё-моё. Тоже без палева. Стоять, в скидок пойдешь. Тоже перезакинуть решил, и рыбка сидит.
еще карасик. Да. А также работает приколка дедовская. Вот я в этом сейчас уверен. Ну я же тебе сразу говорил, одевай. Карасевич. Вот такой вот, друзья. Стой, подожди. У тебя сносит что-то сильно вообще. Давай, давай, ты распутывай, я вытащу ее сейчас. Подожди, что-нибудь там. Стой, сейчас напустишь. Что, помнишь, что ли? Вот, все. Помнишь, что ли? А? Не знаю, что делать. Что, ну это маленький, не, ну почему? Да нормально, как раз сковородочный, конечно. Чего так смотришь, девушка? Ты опять меня пересмотрели. Беру это у тебя уже. Какая разница, и так нормально. А у меня сумка, кстати, оборвалась. Да? Канадец? Что, нормальный карась. Как-то он странно поймался. Короче, домой с карасями поедем. Полная машина будет. Блин, хорошо прям дернул, блин. Еще и удочку, да, поймал, блин. Сейчас сойдет. Опа. Карасевич. Тихо, тихо, тихо. Вот такой. Ямку надыбал. Или я не знаю, или прикол по натуре работает. Смотри, красавцы какие. Ну да. Один в один пошел. Ну, да, один в один примерно. Есть что? Я. Подсак? Опа. Что там? Ну это ведь тёх. Ну он не круг, ну не знаю, что-то ведет.
Ну, да, вот, давай, давай, давай. Ну, а мало ли. Ну, хоть тебя накрыть, хоть поймать. Блин. Короче, вот здесь поставим мы его. Вот мусор собираем, народ. Свинячить нельзя. Где отдыхаешь? Вообще, блин, нельзя свинячить. Как вон мусорка, вон, видите, блин. Я не знаю, что это за люди такие приезжают, блядь, и мусор оставляют. Вообще ни стыда, ни совести, блин. Мы вот то, что... Даже, видите, вон, даже окурки. Вот, кидали в одно место, чтобы их собрать. Так, у меня там поклевка идет. Даже вот с речки подняли этот зацеп. Вон, убираем все. Так что вот так вот. Видите, какой мусор? Я не знаю, что это за люди, конечно, такие, что вот так, в такой вот хлам здесь устроили. Помойку целую. Да я за мусор говорю, блин. Потому что он помойка целая, блин. Тяжело людям просто в пакет вот упаковать, как вот мы упаковываем, да, мусор, и вывезти на мусорку. Тут, наверное, скорее всего, все, наверное, ездят на их шестых, наверное, приезжают рыбачить, что в машину даже не могут мусор свой положить. Одним словом, свиньи. В общем, вот так вот. Ладно, продолжаем дальше рыбачить. Малыш. Сейчас на раз. Опа! Ну не прям малыш. Ну такой пойдет. Да, карасик? Нормально. Вот такой вот карась. Короче, в общем, здесь одни караси. Чуть не ушел. Да ё-моё, веточки эти. Карасик.
Он там что-то уже сидит, не? Что-то мелкое. Ну, по-моему, да, что-то сидит, блин, что-то она дергает что-то, непонятно. Может быть. Такой, да, все? Не, больше есть, больше? Да. Опять на золотой крючочек. Друзья, ну в общем все. Собрались мы. Уже все свои причиндалы. Заканчиваем мы рыбалку на сегодня. Сейчас у нас время. Пап, сколько время сейчас? 2:30 уже у нас дня. Уже все, машину закидали. Осталось только скидок забрать. На, вот так. Может, я уеду по Немалая, сказал бы. А? Немалая. Вот это слоник, да? Mm. Пополз. А, ну да, он же такой. Так, ну... Линяет. Ну это что, боковинки у него эти? Колючие? Ага. Так, итог у нас какой? Сколько у нас тут рыбы вообще? 4. Короче, 20 штук. С 8 утра до 2:30 дня, короче. Все, хорош будет. Сейчас я пакет возьму. В общем так, народ, вот такой вот итог, с 8 утра до 2:30, 20 карасей, ну 19 карасей и один сомик канадский, в общем за полдня, как-то так. Ну а мы уже все готовы уезжать отсюда, собрались, все, сейчас поедем до дому, до хаты, сейчас рыбу отдадим, кстати, политике Максиму, я рыбу эту отвезу сейчас. Так что, Максим, политика, если смотришь видео, рыба едет к тебе. И еще, чуть пока не забыл, в МТСе мастер Игорь, Демочка, по твоей просьбе передаю тебе привет. Вот, как и обещал, привет тебе. Чтобы потом не говорил, что не передал тебе привет. В общем, ладно, все, заканчиваем рыбалку. Подписываемся на канал, пишем комментарий, ставим пальцы вверх, кому понравилось видео. Ну а с вами был Максим, Витек, Анатолий Михайлович. А мы с вами увидимся на следующей рыбалке. Все, всем пока. Пока.